Нож – неотъемлемая часть экипировки подводного пловца. Существует несколько способов закрепления ножа на теле дайвера. Один из них – это фиксация при помощи специальных ремешков на руку, либо на ногу. А другой, не менее популярный – это крепление ножа на компенсатор. Все компенсаторы Qualong оснащены люверсами, на которые при помощи специальных винтов можно устанавливать ножи серии Винока. Ставим ножны и винты. Вставляем фиксаторы в специальные пазы. И при помощи винтов прикрепляем ножны к компенсатору. То же самое проделываем со вторым винтом.